лезут на лошадей. Бромсач всегда мечтал о дарнийском жеребце. Эти твари могут бежать день и ночь без устали. Доскачем до водяных садов с приятным ветерком в лицо. Тропов надо закопать, говорит Хайме. Птицам тоже надо есть, отвечает Бром. Тропы вызывают вопросы. Вопросы поднимают армии. Мы тут не для того, чтобы начать войну. Ты представляешь, сколько времени займет копание ям? Хайме опять показывает железную руку. Я как ты задолбал? Я одной рукой копать не могу, блин. А в это время... Зачем вам яма? У вас море рядом есть. Камень и нахер. В общем-то, это по крайней мере быстрее. Гораздо. Да. Заволокли в лодку, ну, пока они там всплывут, вы уже 10 раз уплывете. Да, тем более, там рыбов съедят, скорее всего. Крабов, рыбов. Не знаю, как в море. Ну, вообще все всплывают. Ну, в море там просто такое количество живности на юге, что, скорее всего, они просто не успеют всплыть. Ты не смотрел, кстати, ролик, как там какую-то там камеру сильно глубоко опустили, и где, ну, она там со светом, и там лежит каркас от кита, и какая сволочь приплывает его доедать. А, вообще. Какие-то, блин, я не знаю, там вот такие мандавошки морские, какие-то скалопендры, там, не поймешь, угри мерзкие, а там все они обсасывают уже, там, знаешь, эти остатки какие-то, он уже обгрызенный весь, то есть там крупные хищники сожрали, а эти вот доедают. Мандавошки просто чудовищные, там такие, блин, многолапые. Пришлите мне такой ролик, я жажду его видеть. Ужас, блин. Ну, там обсуждение специалистов. Кто это? Ох, какая мандавошка, да, отличная. Хороший. Саня, поищи, вклей, блин, пусть. Это вот, вот это все это креветки, это все их родственники. Я поэтому их терпеть не могу. Вот всю эту дрянь, всю эту. Какой ты разборчивый, блин. Я, может, воспитан в зороастрийском духе. Зороастрийцы такое не едят вообще. Им запрещено это хфрастра. Харам. Грязное, нечистое животное. Нельзя такое жрать. Харам на харам, харам получается харам. Халяль. Халяль. Если водкой запивать, хотя бы пивом.